Днями студенти спеціальності менеджмент мали змогу зустрітися з Ольгою Черечечею, випускницею нашого університету, яка є сьогодні директором з персоналу однієї з найпотужніших аптечних мереж нашого міста. Це було ще однією важливою подією в історії майстерні ефективного менеджменту. Сьогодні ми продовжуємо діяльність університету, направлену на повышение содержательности практической подготовки, которую мы даем. Ну, не секрет, что профессор, доцент, который выходит на трибуну, естественно, обрушивает, что называется, на студенту массу теоретических материалов, тех сведений, которые можно почерпнуть из книг, из интернета. Интернет – отдельный вопрос, иногда довольно тяжело конкурировать с Википедией и другими источниками сетевыми. Но вот что мы считаем важным делать на практических занятиях. Мы считаем очень важным, это последовательная работа, которая уйдет не первый год, делать шаги навстречу реальным специалистам, реальным профессионалам, которые работают в множестве компаний, с которыми так или иначе поддерживает контакты наш университет. Вот и сегодня мы представляем мастер-класс Human Resource директора, директора по персоналу из компании Linda Farm, ну, одного из таких вот известных, серьезных, больших игроков на этом рынке, рынке аптечных сетей. Під час проведення майстер-класу відбулося відверте професійне спілкування. Зокрема, йшлося про те, як повинна розвиватися компанія, яка усвідомлює, що головною гордістю та цінністю є її співробітники, фахівці високого класу з вищою чи середньою спеціальною фармацевтичною освітою, які знають свою роботу та пишаються нею. Вони ростуть, навчаються та розвиваються разом із компанією, а керівництво заохочує бажання своїх співробітників до професійного та кар'єрного зростання. Постійне підвищення їх кваліфікації – залог розвитку компанії, а кар'єрне зростання цілком залежить від самого працівника, його досвіду, знань, компетентності, ініціативності та бажання розвиватися. І все це обіймає система якості підприємства. Учиться надо всегда. То есть нет никогда предела тому, что вот вы закончили курс, и на этом как бы вы считаете себя специалистом, и поэтому вы можете работать везде и, скажем так, делать великие достижения. Нет. Нет предела совершенству, учатся все и всегда. Глядя на страничку инновационного менеджмента, Елена Николаевна тоже все время где-то учится. Почему именно я, наверное, выбрала HR, потому что это возможность формировать культуру на предприятии. HR – это бизнес-партнер, это партнер собственника, это его правая рука. HR – это тот человек, который формирует команду, правильно? Подбирает людей. Ну, то есть это не обязательно он один сам делает, у него есть своя команда. Это человек, который задает тон организационной культуры на предприятии. Чем интересен этот мастер-класс? Ну, прежде всего, это наша студентка. Студентка заочной формы, которая пришла в университет за теми знаниями, которые ей не хватало в свое время. Это с одной стороны. С другой стороны, чем еще интересно, это такая встреча, она проходит в рамках такой дисциплины, нескольких дисциплин сразу. Human resource, то есть людские ресурсы, организационная культура, ну, отчасти менеджмент. Вот это тоже то новое качество, которое мы сегодня хотим сообщить нашим студентам. Будущее, будущие профессии, будущие профессионалы – это, что называется, мультидисциплинарные специалисты, которые объединяют знания и практические навыки по различным, да, взаимосвязанным, но различным направлениям деятельности, различным сегментам менеджмента.